Чечня. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. Round one, fight. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов... не был нанесен превентивный удар по позиции, 4 позиции, я сейчас покажу, как он привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Fuck you. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Mr. Lukashenko. Why are you doing this? Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Blah. God, I hate your voice now. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Ukrainian people. And everybody else. Мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. You're a psychopath. And this is your last session. Я генерал Эдвард Эдвардиан, командующий Лилипучи. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Сверь! Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. Валите этого зверя! Так, ребята, бросайте руки! Тянем! Это конец. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие.
самые большие электростанции атомные. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу. О, Санта-Мария, где ты? Нет! Так я дорасскажу. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. За городом это бывает, садятся за руль. Если вдруг возникает ситуация, когда им необходимо действительно управлять, что, блядь? Да! А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Пошел нахуй. Объясню ему, что я хотел сказать. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Ты в курсе, что здесь у меня телевидение, нет? Или ты забыл? Или ты не знал? Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Тебе думать еще рано. Думать будешь, когда научишься. Я думал. Вот. Вот такие женщины, конечно же, когда у них вдруг... Да я поговорю с ним. Господин, вы недостаточно сильны. Для этого у меня достаточно сил. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Останови его! Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. Ты лжец! Проснитесь, слышите? Немедленно проснитесь! Вставайте! Вы живой или нет? А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Ну-ка, хватит дурака валять. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Мне кажется, один из нас сумасшедший. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши
войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. А с какой радости хотел бы я знать? Только что силой вы ворвались в мой дом, перепачкали мне тут мои полы, мои диваны, а мне вас слушать. Я не слушаю, но можете говорить. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. Ничего себе вечерок выдался. Собственная собака мне ставит мат. Ваши брызги намочили мне рубаху. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. Что творится? Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Прекратите пальбу! Что вы делаете? Куда вы бежите? Друзья мои, это совсем не страшно! Куда? Это совсем не страшно. Диана, совсем не страшно. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Что, у вас уже выпустили сумасшедшего дома? Поэтому не мы развязали эту войну, у нас тоже чиста. Хорошо, что начали. Что это? Все мне почудилось. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. Видно, я стукнулся сильнее, чем думал. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям... 28 ударов! Ты действовал наверняка, да? 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Это была ненависть? Гнев? Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Но ты снова и снова наносил удары! Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Я знаю, ты убийца. Почему ты не признаешь? Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. Произнеси! Я убил
Это что, так сложно? Признайся, что убил! Признайся! А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Дешевле! Опять шумады! А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас тоже чиста. Это что наше биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. Ты что делаешь? А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Ты кто такой вообще? И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Чего? Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Ну как же я сразу не догадался? Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Вали отсюда, понял? Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. Так, сейчас ему кулаком в табло или ногой с разворота. Ага. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Ого, только не это. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. А что это с принцем? Опять валерьянки нанюхался. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. Не мы на них нападали. Не мы. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Обосраться и не жить. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям. Обосраться и не жить. 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Ну, так... Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Ну, так... Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. Ну, так... А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. И все это было готово взорваться. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Давай-ка поговорим. Попробуй лучше этим успокоить. Чего тебе? А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Что, так срочно? И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез,
Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Вон отсюда! Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Вот с этого момента попадут. Вот. И если бы за 6 часов до операции... При полной луне, с 30 апреля на 1 мая... не был нанесен превентивный удар по позициям... Что произойдет? Белая курица станет черной и снесет яйцо? На куда? Огород. 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Мне кажется, я это коктейль молотова. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Проститутки что? Тоже думают так. Там... Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. Вот. Ты втираешь мне какую-то дичь. Что? Не лги мне, я не пес. You don't be lying, you don't at all. Телефон знову мовчить. І ти знаєш, знаєш. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям... Чому ты плачешь, мала? 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Ще буде сонце і... Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. Телефон знову мовчить.